Кинолаборатории. Ульяновский кинофонд прошла очная часть занятий для региональных кинематографистов. В мероприятии приняли участие ульяновские сценаристы, актеры и начинающие режиссеры. Главным спикером на занятиях проекта «Межрегиональный кинорезерв творческой молодежи в Ульяновской области» стал режиссер, преподаватель Санкт-Петербургского института кино и телевидения Роман Уздин. Режиссер признался, Ульяновск понравился ему с первого взгляда. Здесь, по словам Романа Уздина, богатый потенциал и множество талантливой молодежи для съемок серьезных фильмов. А для чего этот проект? Этот проект для того, чтобы сформировалась база в Ульяновске местных кадров. И когда сюда приедет съемочная группа, например, из Москвы или Санкт-Петербурга, снимать полнометражное кино или телесериал, они могут местных ребят привлечь туда, допустим, в качестве второго режиссера на площадке, второго режиссера по планированию, помощник режиссера, художник по костюмам. То есть вот эти направления читают лекции наши преподаватели. Одним из участников проекта стал Алексей Васильев. Алексей – артист Ульяновского театра «Кукол». Несколько раз принимал участие в съемках фильмов в качестве актера. По словам артиста, решил поучаствовать в проекте не случайно. Давно мечтал заняться собственным делом и именно на этой площадке нашел единомышленников. Когда появилась такая возможность у нас в Ульяновске, и я с радостью решил поступить и узнать вот это все кинематографическое мастерство. И тем самым, ну, как поднять, наверное, в Ульяновской области вот эту культуру кино, постичь все эти тонкости, потому что я не знал, как. И вот здесь, на этих занятиях, то есть приезжают педагоги Санкт-Петербургского института театра и кино и рассказывают нам, как вообще создается это искусство. На занятиях участники проекта прошли теоретическую подготовку. В настоящее время занимаются съемкой небольших короткометражных фильмов. Аттестация молодых участников проекта пройдет 26 октября. Как отмечает Роман Узин, проект реализуется благодаря президентскому гранту в 5 городах России. Лекции и занятия проходят в Ульяновске, Петрозаводске, Ленинграде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.